Мы подготовили подборку самых главных и важных сообщений из делового мира, чтобы сэкономить ваше время. Размеры микрокредитов для сельских жителей будут увеличены до 16 миллионов тенге. С 1 июля 2011 года более 744 тысяч казахстанцев получили государственную поддержку. Из них 563 тысячи человек трудоустроены на постоянную работу. Мы даем микрокредиты в рамках дорожной карты на 5 лет до 3 миллионов тенге. В текущем году внедрили до 6 миллионов тенге. Совместно с Министерством сельского хозяйства сейчас прорабатываем возможность получения крестьянами до 16 миллионов тенге на 7 лет. В том случае, если они объединяются в сельхозкооперативы или будут создавать мелкотоварное производство на базе своих личных подсобных хозяйств, сообщила министр здравоохранения и социального развития Тамара Дуйсенова. Государства ОПЕК договорились использовать единый блок независимых данных о производстве нефти при оценке выполнения странами условий сокращения добычи. На встрече в Алжире в сентябре страны ОПЕК, контролирующие порядка 40% мирового производства нефти, договорились о снижении добычи до 32,5-33 миллионов баррелей в сутки. Окончательные письменно подтвержденные договоренности должны быть достигнуты на официальной встрече картеля в этом месяце. В Казахстане аренда паркингов подешевела на 4,7%. За месяц арендная ставка снизилась на наземные и крытые паркинги. Цена на указанные помещения заметно снизилась в Астане, тогда как ежемесячная плата за съем подземных паркингов уменьшилась на 0,2%, а многоуровневых паркингов не изменилась. В целом ставки аренды коммерческой недвижимости в октябре 2016 года по сравнению с предыдущим месяцем увеличились на 0,1%. Цены на аренду ресторанов, пунктов общественного питания и складских помещений повысились на 0,2%. Помещений административно-офисного назначения, пунктов бытового обслуживания, сервиса на 0,1%. Пусть данная информация поможет вам принять правильное решение и приумножить капитал.